Wow. Okay. All right. You're delaying everything, Maggie, by continuing this argument. Yeah, by your rant. And I can tell you that they jointly welcomed the opening of a maritime corridor to deliver much needed. Могу вам сказать, что они совместно приветствовали открытие морского коридора для доставки необходимой гуманитарной помощи в Газу по морю. Они высоко оценили роль Кипра и поддержку со стороны Европейской комиссии, Катара и Великобритании, Соединенных Штатов и других. Они добавили, что для масштабной доставки помощи нет адекватной альтернативы многочисленным сухопутным маршрутам и пунктам въезда из Израиля в Газу. Сухопутные маршруты из Египта, особенно через Рафах и из Иордании, также остаются жизненно важными для общей гуманитарной работы. Однако морской коридор предоставляет необходимое дополнение и является частью устойчивого гуманитарного шага, чтобы обеспечить доставку помощи максимально эффективным путем через все возможные маршруты, сказали Гежакак и Гээн да Силва. What he said, but on the humanitarian front, on other fronts, I can tell you